По Оби вновь ходят речные суда. Грузовой флот уже работал на реках Бия и Катунь, на днях совершил первый рейс из Барнаула. К началу сезона восстановили освещение, подготовили русло рек, чтобы в этом году перевезти 1 000 000 тонн груза. Грузовой флот отремонтирован основными перевозчиками, также нами. То есть грузоперевозчики основные уже вооружены, начинают возить грузы. Технический флот нашего района также произведен комплексный ремонт межнавигационный. Путейские теплоходы восстановлены, работают на участках. А до конца мая на воду выйдут и земснаряды. Барнаульский район обслуживает 950 километров водных путей от Телецкого озера до Камня на Оби. Одновременно с грузовым флотом на воду спустили и пассажирские теплоходы. Прежде всего, хочется восстановить пассажиропоток. Падение в год пандемии было практически 50%. Поэтому хочется восстановить хотя бы то, что было. Вот. А было у нас до 100 тысяч человек. Для этого мы кое-какие шаги предприняли. Во-первых, сохранили тариф на уровне прошлого года. По некоторым направлениям даже понизили на 50%. Билет подешевел по направлениям, близким к городу. Так добраться до пункта Садовод за 7 километров можно всего за 20 рублей, что дешевле автобуса. Работают и туристические маршруты. Именно за их счет компания пытается заработать. Парк техники обновить мы, сами понимаете, не в силах на сегодняшний день. Вот то, что мы сегодня имеем, это остатки советских, так сказать, времен. Вот, у нас корабли 84-85 годов. И хотя заменить теплоходы пока невозможно, ремонт на них проводят почти каждые 2 года. В порту надеются, что ослабление карантинных мер и хорошая погода помогут наверстать упущенное за прошлый сезон. В планах компании организовать ночные рейсы и разнообразить программу за счет дискотек и гидов. Артем Гусельников, Николай Шелко. День с толком.